Всем привет! Еще раз по Магнитоле. Магнитола вот фирма, ее название. Вопрос был по поводу обучения кнопок. Они не обучаются. Смотрите, машина Kia Rio 3, кнопки от премиума, машина Prestige, комплектация. Кнопки обучаются следующим образом. Для начала надо правильно подключить их. Ну, там сложно их неправильно подключить, потому что они пин в пин идут. Вот, после чего заходим в настройки ГУ. Вот, смотрим основные. Опускаемся вниз, руль. И нажимаем начать обучение. У меня, так как кнопки уже обучены, настроены, соответственно, громкость, положить трубку, поднять трубку, выключить влево-вправо. И моды. У меня все обучено. Вот, они будут вот выделены красными точками или полосками, как вам удобно. На этом все. Повторно нажимать не надо ничего. Кнопки работают. Соответственно, вот, показываю. Все переключается. Все работает.